На территории центральной джамаа-мечети Махачкалы прошел ифтар Победы. В этот день все финансовые расходы для проведения совместного разговения в шатре Рамадана взяло на себя Министерство по национальной политике и делам религии по Дагестану. В качестве почетного гостя на ифтар был приглашен муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. В коллективном разговении приняли участие министры региона, представители общественной палаты и общественных движений республики. Разрешите поздравить вас со священным месяцем Рамадан. Я неоднократно выступаю, но, как говорят, от повторения молитва не стареет. Мы сегодня проводим ифтар Победы, потому что сегодня День Победы. Вот такие мероприятия, такие люди, такая объединяющая сила пока в дагестанском народе, в сердцах наших будет, мы победим любые исходы.